Итак, самое необычное видео на канале Лук из My Look. Во кроссовки летние за 100, не за 100, а за как их, за 600 рублей, кажись, и за 1200, я уже не помню, за 1200, кажись, нормально летние. Штаны бесплатные за 40 гривен, они есть, и то хорошо, подумаешь, крещеные чуть-чуть, хуй с ними. Чё, футболка с рынка, футболка с рынка за... Сколько там? Она стоила 300, наверное, или 400. Хрен с ней, короче. Вот. Куртка с карманами. Из 90-х годов. Сколько она может стоить? Бесплатно досталась. То есть лук из My Look. А, еще кепи. Кепи. Кепи я люблю Москву. За 150. Значит, лук из My Look стоит 600. 400, 1000 и кепи. 1150 рублей. Вся херня. Вот. Не переплачивайте. Эксплуатация тут жесткая, да? Должна быть. То есть этот лук из My Look. Все экономно, все. По нужным ценам. Без переплат. Без брендов.